Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com, и мы продолжаем знакомиться с интересными смарт-приставками. У нас уже была линейка решений от компании Rhombic, от форм-фактора флешки до оригинальных решений с поддержкой установки жесткого диска. Сегодня хочется остановиться на еще одной модели с поддержкой видео в ультравысоком разрешении. Это Smart Media Player Rhombic Smart Box 4K версии 0.0.1. Устройство поставляется на прилавке магазина в небольшой коробочке серого цвета, на которой можно найти всю необходимую информацию и даже познакомиться с внешними элементами приставки. В комплект поставки входят адаптер питания, пульт дистанционного управления, сама приставка и HDMI кабель. По данным сервиса Яндекс.Маркет, средняя стоимость устройства составляет приблизительно 5500 рублей. С основными характеристиками и начинкой данного устройства вы сможете познакомиться в текстовой части обзора, либо перейдя по ссылке, которая находится чуть ниже. Внешне Rhombic Smart Box 4K версии 0.0.1 не имеет каких-либо отличительных черт. Обычная квадратная приставка выполнена из черного пластика, который хорошо собирает следы от пальцев рук. На передней грани устройства расположился индикатор включения и выключения и инфракрасный приемник сигнала от пульта дистанционного управления. На верхней грани можно увидеть название компании Rhombic. Что нас удивило, так это то, что на нижней грани данной приставки нет никаких отверстий для вентиляции, а это как-то странно. Там находятся лишь 4 резиновые ножки. На правой грани можно увидеть слот для карты памяти. На левой грани находится сразу 2 порта USB для подключения различных носителей, компьютерной мышки или клавиатуры, что позволяет упростить работу с приставкой. Рядом с ними находится кнопка обновления. На тыльной грани устройства расположились основные разъемы. Это видеовыход, аудиовыход, HDMI-выход, сетевой порт и порт питания. Перед запуском устройство предложит вам выбрать интерфейс. Всего их 2. Первый – это стандартный интерфейс Android, а вот второй сильно напомнил нам стильный интерфейс устройства Rhombic Cinema 4K версии 0.1, которая уже побывала в нашей лаборатории. По сути, это одно и то же, просто произошло небольшое изменение в фоновой картинке. Данный интерфейс очень приятен и удобен в работе, и порой даже начинаешь забывать, что на вашем устройстве установлена операционная система Android. При желании вы можете удалить ненужные приложения из основного меню, либо добавить новые. Старая добрая оболочка вновь оставила хорошее впечатление. Если вы не хотите покупать фильмы в платных сервисах или искать их на различных пиратских приложениях, то можете провести время за просмотром интернет-телевидения. Всего пользователям предоставляется 48 бесплатных телевизионных каналов, однако для их просмотра необходим доступ к интернету. Интернет-телевидение очень удобная вещь. Здесь вы можете просмотреть расписание передач аж на 2 недели вперед. Музыкальные, познавательные, новостные и другие каналы. Все они здесь присутствуют. Качество картинки вполне себе приемлемое и не требует большой скорости интернет-соединения, что важно. Основную задачу приставка выполняет на отлично. Смотреть интернет-телевидение, онлайн-фильмы, серфить по сети, посещать социальные сети, общаться со своими друзьями, смотреть фотографии и даже слушать музыку, приставка отлично выполняет свои задачи. Штатные плееры вполне себя оправдали. Устанавливать дополнительные какие-то кодеки и приложения нет никакой нужды. Разработчики сделали все, чтобы в приставке изначально было установлено все самое необходимое для полноценной работы, что не может не порадовать. Удобно то, что приставка при подключении к вашему телевизору автоматически определяет частоту кадров видеовыхода и выставляет необходимые настройки, что дает возможность получить плавное воспроизведение видеоконтента. И, конечно же, можно обновить прошивку прямо через интернет, но когда оно появится, никто не может сказать. Нам лишь остается ждать и надеяться. Подводя итоги, следует сказать, что Rhombic Smart Box 4K версии 0.0.1 является отличной заменой кабельного телевидения и различных приставок, которые предоставляют интернет-провайдеры. Данное устройство превратит ваш телевизор в мощное многофункциональное устройство, которое может не только показывать фильмы в отличном качестве и различных разрешениях, но и позволит отсюда же выходить в интернет-пространство. Другими словами, за 5500 рублей вы получаете отличный смарт-медиаплеер с хорошим функционалом и возможностями. Устройство получает от нашего интернет-ресурса заслуженную награду золота. Выбор редакции megaobzor.com. На этом мы с вами прощаемся. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем счастливо, всем пока-пока.